Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» привезли старую оргтехнику на площадку «Мегабак» в микрорайоне «Новая Трехгорка». Она предназначена для мусора, который нельзя оставлять на обычных дворовых контейнерных площадках. Как сообщила исполнительный секретарь местного отделения партии Лариса Белоусова, ежедневно на «Мегабаке» набирается 6-7 контейнеров с отходами. Это значит, что губернаторский проект пользуется спросом. Исполнительный секретарь добавила, что сейчас ведется строительство второго пункта на улице Зеленой в Одинцово. Еще два «Мегабака» планируется организовать в следующем году.